Авокадики, привет! С вами Аня Покров, и это новый выпуск новостей. А знаете, во сколько мы его снимаем? Полдома, говорят, тиктокеры не работают. Но я теперь не тиктокер, я ютубер, и вот снимаем мы его 2:30 ночи. Хороший видос! А еще у меня синие зубы, потому что я смурфик. Вот, ну, просто под цвет акулы подбиралась, понимаете? Ну что, погнали к новостям. У меня есть секретная информация. Короче, у нас появился аккаунт. Называется Dream Team Family. Появился он в Инстаграме, в ТикТоке, в Ютубе. Никто пока ничего не знает, но вы можете подписаться и первыми узнавать всю информацию. Там будет просто жаришка. Певица Сия стала бабушкой в 44 года. Не, ну я бы тоже хотела быть молодой бабушкой, но молодой мамой я быть не хочу. Короче, она же недавно усыновила себе двоих ребят из детдома, им по 18 лет. И вот в этом году один из них пришел и сказал: «Сия, ты будешь бабушкой». Она, конечно, сначала офигела, но сейчас все хорошо. Готовится стать бабушкой. Ну что, Сия, поздравляем! Знаете что, знаете что? Николай Басков приехал в Dream Team House, а то есть к нам. Блин, ребята, он такой крутой. Ему, конечно, столько лет, а нам столько, но он с нами на одной волне. Он понимает все наши шутки. Просто офигенный чувак. Басков краш. Дина Саева заблокировала Егора Крида в Инстаграме и в ТикТоке. Что? Зачем? Почему? Ну ладно, это на самом деле давно уже было. Просто недавно она выложила скрин своего ЧС, где видно, что Егор там прям, ну, в списочке. Как объясняет Дина, из-за чего это произошло? Ну, Егор вроде также комментирует, что Дина снимает свое шоу «Камин Толк», и к ней в гости приходила Клава Кока. И задание Клавы было написать Егору Криду что-то в комментариях. Он, короче, психанул и заблокировал обеих. Ну, что сказать? Месячные, наверное, у Крида. Чарли угрожают? Да, той самой Чарли, у которой в ТикТоке, ну вот это вот, больше всех подписчиков в мире. Ну я на втором месте, ну на втором, но неважно. Чарли угрожает девушка, у которой тоже 1 000 000 подписчиков в ТикТоке. Она пишет такую жесть, она заходит к Чарли на прямые эфиры, пишет ей, что она там ее убьет. Она наняла типа специально 30-летнего мужчину, который изнасилует Чарли. Эта девушка зовут Британи Джонс, и она обещала слить интимные фото Чарли. Там просто жесть. Сейчас аккаунт этой девушки заблокировали в ТикТоке. И знаете что, ребята, не занимайтесь никогда подобным, потому что это уголовно наказуемо. Новый клип Димы Билана. Уху. Недавно у Димы вышел клип на песню «Химия», где знаете, кто вот был главной участницей? Так вот, догадайтесь. Я, ну, не подсказываю, вы, короче, угадайте, кто принимал главное участие. Артур или Милохин? Давайте, голосуем. Ну ладно, конечно, я там принимала главное участие, но еще одна девчонка, она была такой сучкой, а я была хорошей, мы с ним там в парке ездили на великах, мороженка ели, ну клевый клип, короче, получился, я рада, а еще его теперь везде по телеку показывают, круто, да? Новые участницы Sweet House, короче, там не одна участница, а сразу три. Три девушки, алло, зачем вам так много? Ну ладно, там у них чисто бабское царство. Девчонки перешли из Crush Fam в Sweet House. Ну, наверное, в Sweet House все-таки им понравилось больше. Но я согласна, мне тоже Sweet House нравится больше. Dream Team House, крупнейший дом тиктокеров в мире. Что? Ну, не самый первый, но в мире мы занимаем 3-е место. Ну, а в России, конечно же, первый. Вот такие вот мы классные, да? На Ютубе, между прочим, мы уже давно хайп-хаус иностранные обогнали, так что там еще посоревноваться надо, может, мы уже на 2-м месте в мире. Люба Бич рассталась со своим новым парнем. Совсем недавно девушка поделилась в Инстаграме фотографией со своим парнем, Сережей. А сейчас она уже сказала, что они расстались по обоюдным причинам, потому что они друг другу не подходят. Ну, продлилось это совсем чуть-чуть, зато у шиперов теперь есть новая возможность шиперить их с Васей. Я сама шиперю там их иногда. А, ребят, сейчас будет грустная новость. Мне кажется, у меня в каждом выпуске теперь есть грустная новость, но я не могу об этом не сказать. Умер отец Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил глава Чечни Кадыров в своем телеграм-канале, и умер он от коронавируса. Путин выразил свои соболезнования. Очень жалко, очень грустно, поэтому еще раз повторю, берегите себя и своих близких всегда, пожалуйста. Вот, я тоже выражаю огромные соболезнования.
Новость! Классная новость! Слушайте! Dream Team House и Первый канал! Первый канал! Первый на первом! Короче, к нам приезжала Алла Михеева из Вечернего Урганта снимать про нас репортаж. Ходила по всему дому, тут нас провокационные вопросики спрашивала. И нас показали в шоу Вечернего Урганта. Прикиньте, круто, да? Опять! Скоро вообще гостями придем. А можно я вот тебя 2 секунды посижу, типа, чтобы да, посиди. Пропиариться? Артур, ты что не спишь? А ты что не спишь? Спишь? Я не спишь. Артур, что делаешь? Я не спишь. Тимати стебется над Бузовой. Он что, совсем офигел? Короче, он недавно выложил свой инстаграм-пост, где Жигули рядом с ним. И он говорит: я сейчас самый счастливый в мире, потому что я копил на эту мечту 36 лет. Короче, он так подстебал Олечку нашу Бузову. Она недавно выложила пост про квартиру, реально порадовалась, поделилась с подписчиками. А он взял гаденыш такой и вот посмеялся над ней. Прикинь? Прикидывай. А ты что там делал, зять? Просто махал головой, типа, и выражал твои эмоции своим лицом. Шуруй отсюда спать. И далеко не уходя от Тимати, короче, новость. Моргенштерн и Слава Марлов предложили фит Тимати. Они записали ролик на YouTube, где реально приглашают Тимати сделать с ними хитяру. Интересно, согласится Тимати или нет, но если да, то опять-таки это будет просто легендарная фигня. Тиктокеры покидают дома. Недавно стало известно, что Sleepy Princess покинула русский хайп-хаус. А из Just Team House ушли сразу 2 участников. Это Аня Неск и Андрей Нойлс. О причинах мы пока вообще ничего не знаем, но продолжаем активно следить за страничками ребят и ждем хоть какую-то информацию. Марьяна Ро рассказала о своих растратах. Короче, я сейчас вам прочитаю все. Я снимала очень дорогие квартиры и часто путешествовала. В Лос-Анджелесе месяц жила в квартире, которая мне обошла 700 тысяч. Это ужас, я ведь могла эти деньги вложить во что-то. Самая дорогая одежда, которую я купила, платье за 400 тысяч. Но я его даже никуда не надела. Ну жесть, конечно, Марьяночка. Я не знаю, откуда у тебя такие бабки. Я вот зашла в ЦУМ, открыла рот и вышла оттуда. Потому что, ну, как бы, я могу, конечно, наверное, ну, когда-нибудь там, когда через 5 лет накоплю, 100 тысяч на рубашечку купить. Но лучше я, наверное, в Бершечку, там, в Зарочку схожу. Ну, что-то как-то так. Маску бесплатную взяла в ЦУМе, и то хорошо. Стоп, 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 ребята, у меня тут просто сразу 6 участников покинуло Суперхаус. Чтобы вы понимали, это дом Давы. Сразу 6 участников. Сейчас я вам скажу. Сэр Джей написал в своем инстаграме про то, почему я ушел из хаоса и все такое расскажу чуть позже. Если что, нас оттуда ушло 6 человек разом. Ба-ба-ба-ба. Не знаю, что там случилось, но походу крупная ссора. Ну что, ребята, вам понравилось я в образе Смурфика? Как вам мои синие губки, язык и зубы сегодня? Пришел для вас. Если что, новый тренд. Все ходим синими языками. Приду в инстаграм, проверю, чтобы в отметках были синие языки. Понятно? О, прикольно, это же будут знать только мои YouTube подписчики. Ну ладно, ребята, с вами была я, Аня Покров. Подписывайся обязательно на канал, если ты еще не подписан. Я просто не понимаю, почему ты не сделал это. Потому что как ты будешь узнавать все самые свежие новости? Паблики, что ли, ВКонтакте листать? Тебе оно надо. Зашел на видос, быстренько все посмотрел, пошел чай пить. Или чай пить под видос. Короче, лайк ставь, комментарий пиши, какая новость тебя сегодня просто ошарашила. А вот самый интересный комментарий из прошлого выпуска. Тут. Так что пиши комментарий и попадай ко мне в выпуске. Я вас очень люблю, целую, обнимаю. А я пошла спать. Ну и зубы мыть, и рот. Ух.